Да. Ну, да. Нет, я не праздную. Да. Нет. Да? Ну, если только с мамой или с сестрой. Нет. Да, я праздную, поздравляю маму. Да. Мамин. Это в первую очередь праздник мам. Девушек. И мам. Всех женщин и девочек. Женщин, мам, бабушек. Женский. Праздник девушек, матерей. Женский праздник. Я думаю, что это праздник всех женщин. Маму и всех девочек. Мам, сестры, бабушек. Сестер, маму. Маму, бабушку, тетю, сестру, сестренку. Много кого? Ну, маму, бабушку, вторую бабушку, у меня две бабушки. Ну и девочек в своем классе. Одноклассниц будут поздравлять маму, свою бабушку. Поздравлять свою маму и сестренку. Даже не знаю. Ну, конечно, у меня ее нет. Например, открытку и цветы. У меня нет подруги. Подарком, наверное. У меня нет таких близких подруг. Пожелаю удачи, ну, и сделаю такой подарок какой-нибудь. У меня нет подружек. Скажу с 8 марта и желаю тебе хорошего праздника. У меня нет подруги. От всей души. Я дарю женщинам цветы. Мы в школе делаем открытки для мам и дарим их. Я очень сильно люблю маму и для нее делаю все, чтобы она была счастливой. Мы с одноклассниками идем в кино все. Цветок подарить какой-нибудь самодельный или сделать какую-нибудь открытку. Я-то каждый год дарю маме цветы. Скорее всего, возьму цветы и открытку. Мама, я тебя люблю.